Азербайджан сегодня не только покупает самое современное оружие, но и сам наладил производство многих видов вооружений, которыми и вооружает свою армию, и продает заинтересованным странам. Как передает Азия-Ас, Азербайджан снова вооружается. Баку продолжает налаживать совместное производство в оборонной промышленности. Армянские СМИ пестрят подобными заголовками материалов, посвященных 4-й международной оборонной выставке «АДЭКС», которая прошла в Баку. Похоже, в Армении серьезно обеспокоены наращиванием военной мощи азербайджанской армии. Журналисты из соседней страны представляют своей аудитории подробную информацию о многочисленных контрактах, подписанных оборонным ведомством Азербайджана с представителями зарубежных делегаций. Напомню, что участие в выставке принимают десятки стран. Вот что пишут армянские журналисты, которым постоянно мерещится призрачная угроза. Представлено более 2000 видов вооружения. Азербайджан готовы вооружать многие. Интересы же Армении не волнуют никого, даже ее союзников. С этих слов начинается материал новостного портала Armenian Report о выставке «АДЭКС 2022. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.